Здрасте, меня зовут Илья Васильев, я из Соединенных Штатов Америки. У меня сейчас есть возможность участвовать в «Большая перемена». Я могу очень много достичь, есть хорошая возможность развить себя как человека, может быть, даже как артист. Дай Бог. Я не знаю, как все произойдется, но я знаю, что я человек, просто никогда не люблю сдаваться и не сдаюсь. У меня есть цель выиграть вот это соревнование. Если я выиграю 1 000 000 рублей, я знаю, что я сразу помогу своей семье и сразу пойду обратно учиться. Хочу уметь денег, чтобы я смог доучиться. Good evening. Meditation, and those who play never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play it for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Loaded diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. I told you that I loved you, you'd make me think there's something wrong. I'm not a man of too many faces, the mask I wear is one. For those who speak know nothing, they find out to the cost, like those who curse their luck with too many faces,
and those who fear of loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs and weapons are for. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Спасибо. Илья Васильев Стинг. Первый раз в Москве и уже концерт. Илья, я так понимаю, если вы впервые в Москве, вы родились в Нью-Йорке. Да. А вы очень хорошо говорите на русском языке. У вас дома родители говорят на русском? Да, конечно. Ух! Ребят, из Нью-Йорка, 19 лет, Илюша приехал к нам специально, чтобы попасть на это шоу. И у меня, конечно, Илья, сразу вопрос. Вы приехали за славой или за деньгами? Нет, я, знаете, чем чаще я работал в этой передаче, мне говорили, чтобы я не думал об денег и просто наслаждался в моментах, в песне. И это я получилось. Я знаю, что... У Ильи мечта стать врачом, и поскольку, конечно, всем известно, что в Америке самое дорогое медицинское образование, он, конечно же, хочет получить этот приз, чтобы оплатить себе это образование. Это правильно? Да. Николай, как вам наш Стинг? Вы улыбались во время выступления? Ваш Стинг... Ваш Стинг шикарен, по-моему. Знаете, на самом деле, просто вагон обаяния, простоты, открытости, душевности. И это, по-моему, не может не покорить сердца женской части населения. Николай, а со Стингом вы знакомы были? Нет, со Стингом. Я уже просто спрашиваю, так уж вы знаете всех. Слава Богу, хоть кого-то ты знаешь лично. Да, хоть кого-то, да не знаю. Со Стингом нет, но мне очень понравилось. Я с удовольствием слушал, просто с удовольствием. Спасибо большое. Спасибо, Николай, спасибо большое. Борис, покорил ли вас наш Илья, наш Стинг? Вы знаете, мне очень понравилась манера исполнения Ильи. Это, во-первых, это было очень достойно, очень интеллигентно, очень скромно в выразительных средствах. И вот меня вот это лично очень подкупало. И там, где нужно, Илья и улыбался. Красиво улыбался, обаятельно. А ему, по-моему, из зала кричали: «Илюха, не волнуйся!» Да, было да. такое или мне показалось? Было, да. Поэтому на меня про это произвело впечатление. Я считаю, что Илья молодец. Он своей задачей справился. Спасибо большое. Спасибо, Борис. Маша, ну вас очаровал наш Илья? Конечно, очаровал. Он какой-то такой беззащитный. В нем настолько нету никакой агрессии. И настолько как бы душа поет, я бы даже так сказала. Другое дело, что, конечно, волновался он. Я не знаю, так волноваться нельзя. Илюша, все хорошо, все замечательно. Я не понимаю, почему вы так волновались. Илюш, почему вы так волновались? Ну, первый раз на сцене. Первый раз увидел аудитория. Такую красоту и растерялся. Молодец! Нет, Илюш, я молодец! Я просто хочу вам сказать, если вы еще страх поборете, вы вообще будете чудесно петь. У нас все еще впереди, спасибо. Да, Илья? Я надеюсь, спасибо, что да. Маш, спасибо большое. Денис,
Да, но я хочу сказать, мне тоже все, безусловно, понравилось. Я хочу сказать, во-первых, почему Илюша волновался. Он первый раз в Москве. Он прекрасно понимает, что от этого места до американского посольства минимум 10 километров. Вот, естественно, некое волнение присутствовало. Но это шутка. Очень искренний, замечательный человек с русской душой вот, и с американским акцентом прекрасным. Илюшка, было отлично. Было, вот я бы хотел сказать, вы все перечислили, вот искренне, красиво. По-стинговски. Вот надо сказать. Было по-стинговски, безусловно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Денис, большое. Спасибо. Илья, я знаю, что с тобой сегодня здесь. Приехали за тебя болеть. Кто эти люди? Мой отец и друзья. Папа, ну вот как вы оцениваете Илье? Нужно стать врачом или нужно все-таки быть артистом? Вы знаете, у нас давно очень большая дилемма с матерью. Мама хочет, чтобы он стал врачом. А я хочу, чтобы он был музыкантом. Но думаю, после такой замечательной программы, очень честного, так... справедливого жюри и замечательной программы, я думаю, что он станет музыкантом. Но это тогда Илье нужно возвращаться из Нью-Йорка и жить в Москве. Ну, пожалуйста. Вы готовы? Да. Спасибо большое группе поддержки. Спасибо папе, Илья. Ну и, конечно, огромное спасибо тебе за это прекрасное выступление. Спасибо вам большое всем. Спасибо. Удачи. Удачи.